Ну, а тем временем Сергей Герваш, который представляет по правую полосу команду VS Performance. Сергей подрабатывает водителем, возит персон на заднем сидении, ну и решил, в общем, свой рабочий автомобиль доработать в своей же собственной компании, которая называется VS Performance. Модифицированные турбины, выхлопная система, 700 лошадиных сил и, в общем-то, внешность автомобиля, который вообще никогда не скажет, что автомобиль может ехать. А по левую полосу как раз автомобиль, который кричит о своей скорости, это C63. В кузове 204, 6,2 литра, V8, Атомо мотор, 457 лошадиных сил. И сейчас вы увидите, как командир накажет Мерседес. Ну, если, конечно, такси-командир сможет выставиться на старт. Итак, левая полоса – стейдж, правая полоса – стейдж, командир готов. Ох, поехали! Какой старт! Что это было? Это что, была ракета Falcon 9 Илона Маска? Нет, это была Audi A8 от VS Performance, если вы еще не поняли. А по правую полосу у нас, кстати… кстати, друзья, дорогие зрители, мы хотели предложить для вас такую услугу, как рейс-такси. О чем идет речь? Вот этот прекрасный автомобиль, который стоит на старте, это Audi RS7 Performance. 605 лошадиных сил, очень быстрая машина. И, в общем, мы предлагаем вам...